приехали мы в деревню Атьено. Сегодня праздник вот в этой церкви Айос Фокас. Даже не знаю, как это по-русски перевести имя, да? Святой Фокас. Как это по-русски будет сказать? На какое имя похоже? Полузерье, да, это Испания? Ну, это да, это полузерье тут и... Полузерье, Судзуко. И Судзуко. И сокофрукты разные, красивые. Красивые и вкусные. И такая большая очередь в церковь. Красивые туки. Такие продают иконы на дереве. Сувениры разные. Есть тоже разные таблички на дереве. Выжженные. Разные полезности для кухни. Такой красивый дом, веранда. Рукодельные промыслы. А это что, мед, наверное, ликер или масло, да, что-то? А, глюкова, да, какие-то. Да, что-то фестиваль маленький, обещали, будет большой. Я иду. Возвращаемся назад. Да, там или семейный ужин, да, или семейное чаепитие. Там тоже, видишь, сидят за 12. Ну да, да, это скорее всего дом, просто, видимо, знаешь, может быть, родственники, а может быть, просто родственники не съехали все, понимаешь, собрались и там тоже. Потому что это близко к умерти. Что это они так кидают? У меня что-то упало. На тебя упало? Да, упало на меня вот это что-то. Не русские ходили, или похоже, что тут уже кроме греческого. Вот это все ярмарки. Ну да. Я ожидала больше, подумала, что в этой деревне она больше. Странно, что здесь не готовят кушать. Удивительно. Давай найдем какой-нибудь кафешку. Где? Не знаю. Будем там. Понятно. Ничего, здесь это просто. Ну что там дети бросали? Так, ну что, наши уже выполнились, да, возвращаются. Кусок стены, ты говоришь, он не да. Старый? Ну, сделали. Может, сделали, может, оставили. Так выглядит. В дереве. Да. И ворота. Ворота новые, в старом стиле тоже. Глянь, и тут тоже, блин, ставни. Прикольно. Да, сидят открыто. Мы уже отстали от наших, поэтому я... Да, тут гуляем все так хорошо. Да, здесь все новое, это тоже в таком стиле, да, деревенском. Вон, посмотри. Да, да, ой, классно, это да. Декорация. Декор, это да? Не настоящая, да. Угу. Я думаю, конечно, декор, смотри, сейчас с обратной стороны. Ну, да, да. Зайдем, а тут... Да, точно. Видишь? Хорошо, интересно, надо на несколько. Наверное, на несколько. Ой, там тоже хоромы, смотри. Интересно, то одни люди да, тоже. Длинная туда еще, да, деревня. Вот и Минчик Сезар. She says that she will sit here behind. Он не хочет, чтобы ты в багажник лезла, он хочет тебя тут оставить. Очень он пожалеет. Да. Так, все, садимся. Приехали в гости к тете. Такой маленький домик с пальмочками. Как вечером здороваться? Приспера. Да. Возвращаемся домой. Едем сейчас еще пока по этой деревушке. А мне нужно было на этой На этой у тебя там тоже красивые интересные домики. Были.